Здравствуйте, дорогие зрители. Наш друг Антон, путешественник и дронщик, или как? Дронер, как сказать правильно? Владелец дрона, который очень любит съемки с высоты птичьего полета. Вот он приобрел дрон. Сколько такой дрон стоит? Это 1200. 1200 евро. Вот. И с помощью этого дрона он снимал очень интересные виды в Таиланде, в Париже. Где еще ты был уже? Много мест. Успел побывать. Много мест. И вот сегодня мы на Ратушной площади в старом городе Таллина вот показываем, вот как это все работает. Такая игрушечка для взрослых. Так, компьютер. На каком расстоянии от тебя работает дрон? Максимальном? Где-то 10 километров. 10 километров, вот так. Крутая вещь. Я знаю, что ты получил даже специальное разрешение на съемки с дрона, да? Ты сдавал экзамены. Это правда, да? Да. Сложно было сдать экзамен? Как и с правами, это коррекция. Как и с правами. Правила воздушного движения дронов. А что, там много правил? Не так много, но там геморно чуть с переводом. Ага. Хорошо, это что такое? Это фильтры. Фильтры. Да. Качество съемки отличное, да? Да, довольно. Full HD или какое? Там, может, 4К, 5К. 4-5К, круто. Ну давай, мы сейчас покажем. Вот тут гости города, очень много туристов. Вот это, видимо, Рома. Финские цыгане, их сразу можно узнать. Вот. Такие юбочки интересные. Так, ну что, а мы возвращаемся к нашему дрону и нашему Антону. Слушай, ну расскажи немножко про Таиланд. Что тебе там больше всего понравилось? Ну, девчонки, наверное, да? Девчонки, мальчишки. О, ну вот как тебя испортили. Испортился Таиланд. Леди Бой, ты и с ними зажигал тоже? Нет. Нет, конечно. Но что тебе там понравилось? Что за девчонками бегать не надо, они сами бегают за тобой, да? Что-то мне понравилось. Так дороговато туда поехать. Дороговато? И долго. Вау, сколько у тебя уходило в месяц там? Ну, 1000 евро на двоих. 1000 евро на двоих. То есть ты туда, в Тулу, со своим самоваром поехал? Ну, да. Угу. Ну, хорошо, давай, сейчас мы, да, запустим. Что? А как тебя Таиланд поменял, скажи? Что в тебе изменилось? Да, сложно сказать. Вот, смотрите, старое. Это старый город, Ратушная площадь. Так, ну и Антон наш с дроном. Сейчас будем съемки делать с высоты птичьего полета. Давай чуть-чуть отойдем, не знаю. Давай отойдем немножко. Точнее. Вот как тут красиво стало. Перла Хибелехт. Анафалис Маргаритасе. О. Так. Давай чуть-чуть отойдем. Давай, отойдем. Давай, где тебе больше нравится? Отойдем, я буду пока показывать нашим зрителям, что здесь есть интересного. Вот. Сейчас не все могут приехать в Таллин, конечно. Но здесь у вас есть я с видеокамерой. И с удовольствием вам покажу, что здесь происходит. А потом мы покажем старый город с высоты птичьего полета, с камеры дрона, если Антон поделится с нашими зрителями видеосъемкой. Вот смотрите, какая красота здесь. Так, идем дальше. Мороженое. Вкусное мороженое здесь. Но я не ем мороженое, так как берегу свое горло. Охуенно. Так. Вот.
интересные ребята. Ну что, Антон, запускаем дрон? Ну, да, потихонечку. Вот. Ремонт идет прекрасно. Так, покажем нашим зрителям этот процесс. Все, батарейки на месте. Ну, да. Контакт есть. Сейчас посмотрим. Угу. Посмотри, камера уже. О, слушай. Ну что, взлетаем? Ну, сейчас настрою все это. Ага. Давай покажем. Очень интересно. Кто из вас хочет дрон себе? Напишите в комментариях к этому видео. И что вы хотите снять? Наверное, все подряд. Я тут видел, как кто-то использует дрон для того, чтобы... к окнам подлетать. Я тоже думал. Незакрытым. И наблюдать, что там происходит в квартирах. Ну да. Начать. Тут камерами никого не удивишь. В старом городе везде камеры видеонаблюдения. Вот, смотрите, какие дома старинные, интересные, красивые. Просто замечательно. Итак, ждем с нетерпением. Сейчас. Ну, все есть. Угу. Так, центр. Сейчас отойдут пса. Центр управления полетами. Просто начну там глаза свет там ко мне сосывать. Так, надо положить дрон обязательно. О. Так. Ну что, полетели. Отойди. Вау. И у тебя на экране уже отображается, да? Твою мать. Что он видит? Там уже идет съемка сразу, да? Нет. Давай покажем. Сука. А, блин, нет, там GPS не работает. Вот так. О, немножко поверни сюда, что. Ну давай, вот я так. О, блин, сигнал. О, смотрите, какой вид замечательный. Вот так вот, совсем другой взгляд. Можно себя почувствовать орлом, да? Птицей высокого полета. Вот что дрон животворящий делает. О. Так. Полет нормальный? Да. Сейчас куда он летит? Сейчас нарушаю, конечно, правила, но ничего. Правило нарушил? Какое? Ну, это высоты. Он на красный свет проехал? Не. Высоты. То есть какую? Ты больше набрал, да? Ну да. То есть там уже можно столкнуться с самолетом или что? С вертолетом? Просто по правилам. Да, вот так вот. Тут тоже есть правило, что за буйки нельзя заплывать. Такие виртуальные. Так. Ну. Что там, вертолет, что ли?
Здорово. Просто прекрасно. Съемка идет уже, да? Нет, я сейчас настраиваю. Ага. Вот, началась съемка, да? Смотрите, уже идет съемка с дрона. И вот на экране тут все видно, все показывает, что видит дрон. Так. Может быть, он нас сейчас тоже увидит, снимет? Сейчас просто выйдем. Вот. Так что, а мы вот с земли снимаем. Я снимаю с земли. Где, где наш дрон? Далеко. Видишь, где облака? О, слушай, вижу. За облаками. Вот тут тоже дрон натуральный ходит. Чудесно. Старый город – это жемчужина, мировая жемчужина. Как нам повезло, что здесь жить и видеть это все. Каждый день. А смотри. Просто восхитительно. Так. Вау, вау. Надеюсь, ты поделишься с нашими зрителями, ну, да, с съемочкой. И вы увидите тогда, друзья, что на своем экране четко. Где сейчас наш? Он там, по-моему, должен выйти. Он должен выйти. А вот он там, да. Слушай, фантастика. Вот он летает. Слушай, мне тоже захотелось себе такой дрон. Ну да, это еще цветочки. Это цветочки, да. А ягодки что? Это? Это уже можно вообще резко там летать. FPV. Трюки всякие делать. Трюки? Да. Надо с чего-то начать. Да, такие мне очень понравились твои съемки панорамные вот в этом в Таиланде. Очень красиво, здорово. Над морем. Ага. Блин, не вижу. Сейчас сюда должен прилететь, да? Я не знаю, где здание. Я боялся врезаться. Врезаться, ну конечно. Можно и врезаться. Так что тебе лучше не терять бдительность. Да. Отвлекся и все. В башню попал дрон, и нет дрона. Или нет башни. Это точно. Или и того, и другого. И всего. И все. Очень красиво. Так, нет. На приятный денек такой. Ну да, угадал с деньком. Ты угадал, ветра почти нет, солнышко светит. Очень хорошо. Ну что ж, смотрите дальше.